В городском ЗАГСе прошла торжественная церемония именоречения. По словам сотрудников ведомства, такие торжества набирают популярность среди муравленковцев. С начала года в ЗАГСе проведено уже 8 таких церемоний. Лучезарный свет разлился, в мире человек родился. Маму, папу мы встречаем, мира, счастья вам желаем. Торжественное именоречение – одна из самых трогательных церемоний в городском ЗАГСе. На нее собираются самые близкие – родители, родственники, почетные гости, ну и, конечно, главные виновники торжества – новорожденные. В семье Натальи Алексеев Аминцевых маленький Максим – первенец. На предложение провести необычное торжество и устроить первый праздник в жизни малыша родители согласились, не задумываясь. Когда узнали, что у нас родился мальчик, это мы уже узнали в роддоме, когда его показали. Вот. Мы решили сразу, что мы назовем его Максим. Выбор имени пал, во-первых, потому что сочетается с отчеством очень красиво, на наш взгляд. Молодые родители считают, что имя играет важную роль в жизни ребенка, определяет его черты характера и влияет на судьбу. Мы думаем, что он в будущем у нас будет каким-нибудь директором, поэтому мы решили, что ему очень подойдет это имя. Первые шаги, первое слово навсегда останутся в вашей памяти. Пройдут и забудутся бессонные ночи, хлопоты и волнения, тревога за здоровье малыша, усталость пеленки. Все это останется в прошлом, уйдет куда-то вглубь. Но ощущение наполненности вашей жизни, чувство, что вы единственные, нужны и необходимы, и желанны ему, останутся с вами навсегда. С начала года в отделе ЗАГС зарегистрирован 221 акт о рождении ребенка. Специалисты отмечают, что в нашем городе рождается больше девочек, чем мальчиков. В Муравленко самыми популярными именами стали Александр, Максим и Иван. Для девочек родители чаще всего выбирают имена Екатерина, Анна и Елизавета. Редкие имена для мальчиков – это Марк, Енисей. Для девочек – это Фея, Регина, Злата. Торжественные церемонии именоречения набирают популярность. По желанию, любая семья может обратиться в отдел ЗАГСа города Муравленко и превратить обычную регистрацию в праздничную. Также в ЗАГСе можно торжественно отметить юбилей совместной жизни. Анна Мария, Виталий Сидняев, новости Муравленко.